Филипп Киркоров поделился новым достижением своей 6-летней дочери, Павлы Виктории. Поп-король сообщил, что она завершила модный показ, появившись на подиуме в образе невесты. Филипп Киркоров не нарадуется на своих детей, дочь Аллу Викторию и сына Мартина. Пока его бывшая супруга Алла Пугачева с нынешним мужем Максимом Галкиным демонстрирует, как их наследники, 5-летние двойняшки Лиза и Гарри, занимаются французским, поп-король показывает фото с модных показов. В частности, 6-летняя Алла Виктория завершила дефиле модного дома Валентина Юдашкина, представ на публике в образе невесты. «Это было так трогательно и мило. Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и в жизни всех юных принцесс, которые приняли участие», – написал гордый Филипп Киркоров, обращаясь к дочери Валентина Юдашкина Галине. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Алле Виктории. Однако нашлись и те пользователи сети, кто по какой-то причине не оценил образа девочки. В частности, почему-то многих оскорбило то, что 6-летняя наследница Киркорова предстала невестой на модном показе. Но детей нарожать невесты бездарно. Кроме того, делать из детей взрослых тёть Лилипута бездарно вдвойне. Дети должны оставаться детьми, и на подиуме тоже. Что это за детская мода, ни стиля, ни вкуса? Кто это придумал, интересно, а сам бы одел? Это какое-то извращение. Маленькая девочка в роли невесты. А другие дети вообще есть в стране, кроме Киркорова и Пугачевой? А, ну да, есть еще у Арбакайте, Рудковской. Никто не взял девочку из провинции для того, чтобы эти эмоции остались у нее навсегда, может, самым ярким воспоминанием. А здесь это просто очередной каприз ребенка или царские замашки папы-попугая, высказались разгневанные пользователи сети.